Конверт на выписку для девочки, такой для принцессы. Очень красивый бантик, очень смотрится нарядно. Сам бантик у нас получается двойной, с такой очень красивой бусинкой. Он идет на резиночке. Резиночка достаточно свободненькая такая, чтобы не давила. И с обратной стороны у нас на резинке получается резиночка идет на липучках. То есть ее можно использовать, можно в принципе не только с этим конвертиком, если нужно. То есть очень удобно, чтобы малыш не раскручивался. На липучечку одели, потом бантик сняли очень легко, то есть он никак не мешает. Сам конвертик у нас идет лоскутный, такой красивенький, из кусочков состоит как бы. То есть с обоих сторон у нас идет хлопок. С этой стороны хлопок у нас цветной, а с этой такой беленький, красивый, нарядный хлопочек идет. Он разворачивается и получается просто большое одеялко, которое в принципе можно использовать даже если малыша накрывать, например, где-то в кроватке, либо брать с собой в поликлинику. То есть потом можно просто малышу либо накрывать, либо где-то даже постелать, чтобы он сидел. Очень много на нашем сайте astel.by.